В Анапу прибыл епископ новороссийский геленджикский Феогност. В воскресенье он провел утреннюю службу в храме иконы Божией Матери «Державная». Владыка традиционно совершает архипасторские визиты в храмы Анапского благочиния накануне и во время Великого Поста. Он начался сегодня и продлится 48 дней. Это самый строгий пост в году. Его суть – очистить душу и тело накануне Пасхи. За 7 недель до этого праздника, в прощенное воскресенье, епископ Феогност обратился к анапчанам. В этот день я хочу вас всех, дорогие мои и любимые мои анапчане, поздравить вас всех, во-первых, попросить прощения в этот день и попросить ваших святых молитв. Взаимно вас всех прощаю, всех, кто меня вошел, кого я видел, простите меня ради Христа и прошу ваших святых молитв на этот пост, чтобы прошел он для нас пользой, для души, прежде всего для души. Те, кто не может поститься в силу здоровья, не надо переживать, не надо нервничать и говорить, что вот я не могу поститься, сокрушаться об этом. Пост ведь это только, не только диета, ведь пост это, во-первых, воздержание своего языка, своих глаз, осуждение, это самый главный пост. А диета постная, это как, ну, как костыли человеку немощному, он поддержка, как, без которых невозможно, трудно ходить, перемещаться, передвигаться. Так вот и пост. Это средство. И относиться к нему как к средству. Разумно. Не пилить, не есть поедом своих родных, там, если кто-то что-то еще не может поститься, там, или пока не пришел к этому еще состоянию, когда человек желает и хочет поститься, а с любовью потерпеть. Потерпеть с любовью и своим добрым примером, наоборот, показать. Явить христианскую любовь один другому. Это самое главное. И с любовью в мире друг с другом, потерпев друг друга, пройти этот пост, чтобы встретить нам светлое Христово воскресение, в радости друг друга обнять и возгласом «Христос воскресе!» и услышать в ответ возглас «Воистину воскресе Христос!» праздником, с воскресным днем, в прощенное воскресенье. В среду, 17 марта, епископ Феогност проведет в Анапе чтение канона святого Андрея Критского. Это произойдет в храме святого Ануфрия Великого на улице Соборной. Начало в 16 часов.